финале чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд в острейшей борьбе сразились две команды-соперницы – Брестское Прибужье и столичная Минчанка. По качеству игры этот матч был для наших землячек самым результативным. В первой партии хозяйки держались довольно долго и уверенно перед соперницами. Если с качеством игры команды Прибужья все было неплохо, то стабильности на концовку как раз и не хватило. А вот это качество столичных спортсменок и отличало их от брестчанок. Подопечные Станислава Саликова не оставили шансов своим соперницам из команды Прибужья. Брест за прошлый год, за этот год прибавил. Это было видно по игре сегодняшней. Они сегодня играли лучше и все пытались оказывать там максимальное сопротивление. И в Минске, и особенно здесь. Первая партия была видна, какое количество эмоций они затратили, вот, чтобы оказать сопротивление. Ну, мы к этому уже привыкли. Все-таки бои в суперлиге, они закаляют команду, и они к этому готовы. Волейбол – это, конечно же, командный вид спорта и результат участия в соревнованиях, итог усилий всех его членов. Обе команды показали красивую и результативную игру. На площадке всей игры царил дух здорового соперничества. Никто не хотел уступать, и каждая игра была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна. Я считаю, насколько они могли. Можно было, конечно, еще подтянуть, но против команды такого уровня, класса, скажем так, а Минчанка у нас считается топ-командой, потому что она играет в российском чемпионате. А вообще свою задачу мы выполнили. В чемпионате мы обыграли всех. И нам очень приятно, что мы завоевали, скажем так, возможность поиграть еще и с Минчанкой. Весь день на волейбольной площадке спортивного комплекса «Виктория» было жарко от накала страстей, которые сопровождали поединки команд. Хороший результат показали две команды, но все же победителями национального первенства стала команда «Минчанка», победив со счетом 3-0. Мы увидели всю яркую игру, болельщики, наверное, порадовались. Конечно же, дома хочу побеждать. Но мы реалисты, понимаем, что класс несколько выше, но тем не менее, видя, как играли в Минске, и как будто команду подменили, преобразилось. Показали яркий, великолепный волейбол обе команды. Поэтому я считаю, что очень много впереди хороших игр будет, ярких игр. Тем более было руководство города, было руководство области. Они увидели, что могут играть, и, конечно, они настроены максимально поддерживать. Я уверен, что Брестчане себя покажут. Тем более воспитанники Брестской школы, 5 человек играли за команду Минчанки. Поменяй местами, и уже было бы другое лидерство. Поэтому молодцы сегодня все. И игроки, и тренеры, и, конечно же, великолепные брестские болельщики. Очень рады, что наконец-то завершили сезон победой 3-0. Ну, к сожалению, последняя партия для нас удалась не очень, но для зрителей, порадовать зрителей, вот, удалось. Соперники показали хорошую игру, дали нам сопротивление, конечно, да, вот, что третья партия доказывает это. Вот, молодцы девчонки, хорошо играли в защите, очень сложные мячи доставали, и когда они разыграются, с ними очень сложно играть. По итогам турнира были вручены заслуженные награды, всем были вручены памятные подарки, а лучшие были награждены индивидуальными призами.